вечер, дорогие девочки и мальчики! Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем в гости к Дуняше! Дуняша, Леша, вы заметили, какие красивые были вчера звезды на небе? Нет, я не видел, а ты, Дуняша? К сожалению, я тоже не обратила внимания. А я любовалась звездочками. Жаль, что они живут только на небе. Да, жаль, и на земле их не увидишь. Ну, конечно, на земле звезды не живут. Но знаете, звезды ведь еще живут и в воде. Как в воде? А вот так. Ну, они, конечно, не такие, как на небе. Небесные звезды не живые. А вот в океане обитают живые морские звезды. Например, вот такие. Какая красивая морская звезда. Да, очень красивая, только не светится. Да, морские звезды не светятся, но несмотря на это, они очень красивые. Существует очень много разных видов морских звезд. Самые обыкновенные морские звезды имеют 5 лучей. Видите, вот это лучи звезды. А бывают и такие морские звезды, у которых насчитывается почти 40 лучей. Ого! Угу. Много, Дуняша, да? А эти звезды большие? Лешенька, бывают звезды размером с ладонь. А бывают и такие звезды морские, которые вырастают до метра. Это не намного меньше вашего роста. Представляете, какая это морская звездочка? Да, на одной руке не удержишь. Не удержишь. Звезды морские обжорливые. Их даже называют... Роскошными обжорами? Точно, роскошными обжорами. Ты так точно подобрал описание этой звездочки. Именно так их и называют. Питаются морские звезды мидиями, устрицами, морскими гребешками и другими ракушками. Морская звезда своими руками-лучами может даже раскрыть створку самых сильных моллюсков. Вот так-то. Какая прожорливая звездочка. Да, прожорливая. А я вам хочу предложить сейчас своими ручками сделать морскую звездочку. Хотите? Да, очень хотим. Для этого, ребята, нам понадобится бисер разных цветов, пластилин красного и оранжевого цветов. Кстати, ребята, морские звезды в основном имеют оранжевый и красный цвета разных оттенков. Но встречаются и такие морские звезды, которые ярко-синие. Они называются линкии. Итак, мы будем с вами сейчас делать морские звезды. Нам понадобится картон синего цвета. Это будет наше как будто бы морское или океанское дно. Подожди, Лешенька, картон в последнюю очередь. Вот вам досточки, на которых мы будем раскатывать пластилин. Ну что, Лизонька, выбирай цвет. А я возьму вот такой вот красный. Разминаем пластилин в ручках, и нужно нам скатать шарик. Как колобок. Раскатаем шарик. Раскатываем шарик. Лучше нужно размять. Разминай, разминай. Нужно, чтобы пластилин прогрелся в ваших ручках. Так. Тогда он легче будет скатываться в шарик. Сейчас все получится. Так, я уже могу катать своего колобка. Вот так. Когда шарик вы скатаете, от него нужно будет как бы вытянуть 5 лучей. Я вам сейчас покажу. Так, раскатываем шарик. Как колобок получится у нас. Вот, а теперь лучики вытягиваем вот так. Четвертый. Пятый. Вот. Получается, вытягивайте, вытягивайте. Помните, какую звездочку я вам показывала?
ручки, конечно, руки помню. У нее, да? Вот тут поправь, чтобы здесь ровненько у тебя было. Хорошо, Лизонька. Вот. Теперь мы берем наш картон синего цвета и опускаем нашу звезду на морское дно. А теперь мы будем украшать наши звездочки. Для этого мы используем бисер разных цветов и стеклярус. И еще бусинки можно использовать. Вот берем и украшаем. Кто как придумает. Так, украшайте. У нас получатся красивые звездочки, которые вы сделаете своими ручками. И, конечно же, эту поделку можно кому-то подарить. Да? Например, маме. Да, можно маме подарить, сестричке, бабушке. Получится очень красиво. Я еще возьму голубенький цвет, бисер. Тут вот бусины у нас есть красивые, такие розовенькие. Вот. Берите все, что вам нравится, ребята. Можно даже большие брать бусины. В любом случае получится очень красиво. Моя звездочка уже... Дуняша, я уже закончила. Какая ты молодец, я тоже. Я тоже. Смотри. Готов. Вот, пожалуй, все. Смотри. Давайте покажем нашим телезрителям, какие звездочки морские у нас получились. Сегодня, ребята, вы не только узнали о новых наших друзьях меньших, о морских звездах, которые обитают в океане. Но еще вы научились своими ручками делать морские звезды. Я уверена, у вас, дорогие телезрители, тоже получится очень красиво. Свои работы вы можете присылать по адресу, который видите на своих экранах. Ну что, а теперь нам с вами пора попрощаться. До свидания, ребята. До скорой встречи, друзья. Ждем вас в гости в следующий раз. Приходите обязательно. Пусть вас оберегает ангел-хранитель. Белокрылые.